Ну вот, сегодня 29 января у нас закрытие зимнего сезона. Небольшой снежок подвалил под утро, часиков 5. Может, какой запоздалый заяц и будет ходить. Но пока следов нет. Ну, сейчас будем охотиться. Пойдем в болото, опустимся. Сейчас снег растаял во всем этом кустарнике. Вода у нас, зайцы не ложатся. Спускаются туда, где по суше, там, где трава, лазняк. Вот, мы сейчас пойдем испытывать охотничью удачу, свое мастерство, свое понимание охоты. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Так, перевернулся. Что теперь перевернется, да? Пойдем, Вилли, пойдем. Ну, как-то так вот. Ветер небольшой. Где-то минус 3 градуса мороза. Вот ветер мне в лицо идет. Ну, сейчас будем смотреть, как все будет происходить у нас. Пойдем. Ищи, пошел. Давай. Вот следов не видно, потому что поздновато снежок прошел. Обычно заяц, когда снег начинается, начинает идти на лёжку. Ну вот вожле что-то прихватывает, видно по его вилянию хвосту, что что-то здесь походило. Задок ходит, косуля. Маленькая, да, какая-то? А больше следов нет. Вот таких вот болотах будем искать зайцы. Вчера следов было достаточно много свежих, видно. Вот сегодня выпала эта крупица снежная. Это даже не снег. И пока ничего не видать. Вот прошли уже, наверное, около километра. Ни одного следа зайчего нету. И лисьего тоже. Косулька вот перепрыгнула. И все. Когда следы видны, как-то веселее на душе охотится. Знаешь, что присутствие зверя рядом. Но то, что заяц есть, это видно по поведению выжлица. Видите, как в основном гонком работает. Из стороны в сторону. Чует. Ходил заяц. Здесь вот пахота. А вот на зеленке заяц кормился. Вот он пылесосит носом. Значит, где-то есть. Ну, постоим, посмотрим, что у нас получится. Сложно, сложно русака подымать в таких вот местах. А еще сложно его брать. Потому что непредсказуемо ходит. Сейчас снега нету. Скорость высокая. Он на такой пахоте вообще собаке сложно гонять. Вот он как заработал гонком. Есть заяц. Есть, походил. Да, только здесь он не будет ложиться. Где-то будет выше, наверное. Ну, посмотрим, пускай работает. Пойду я стану туда к ельнику. Зубцу этого ельника, вернее. Посмотрим. Чувствую воздухом, точно дышу свежим. В той стороне нашли след. Свеженький заячий. Я пока здесь постою. Вдруг он выпрыгнет прямо сюда. Собака там уже. Посмотрим, где он лег. Вот он следок заячий, свеженький. Вот пошел. Вот сюда. Сейчас посмотрим, куда. По идее, на дорогу должен выйти, куда-то пойти. Ищи, ищи его. Здесь уже его не видно, блядь. Сейчас по дороге пройду, может. Все-таки на дорогу выпрыгну. Да, вот он. Вот он, следок пошел туда. Угу. Интересно, интересно.
След заячий выпрыгнул туда, вдоль ельника, в ту сторону вроде как полез. Что, по следу пройти или как? Если кормиться полез, то сейчас обойду вот так вот, уже должен вернуться назад. Той стороной прошел следа, след я не видел. Посмотрите, какая пахота. Вчера выжилец, вот он на этой пахоте, ногу сломал пополам. Сосуд виден. Ну вот вроде сегодня бегает нормально. Такая вот фигня, никакой культуры земледелия. Абсолютно. Это еще нормально. А есть ямы по полметра, по колено. И снегом присыпал, найдешь и лежишь на поле. И, кстати, зайца он гнал вчера. Выгнал вот на эту пахоту и начал сбиваться. В общем, не слышал он зайца. Туда ушел куда-то. Может, лиса пробежала. Думал, ты по следу идешь. Жлец гоняет в болоте. Уже третий круг маленький дал. Я надеюсь, что это лису, потому что косулю не должен один гонять. Вот он, видите. Сейчас пойдем. Попробую перехватить, зайти сюда. И там ближе стать. Вдруг у меня что-то получится. Комментировать не буду, поэтому пойду тихо. Если лиса, слух очень острый. Нельзя что-то подшуметь ее. Бросили мы зайца, там нашли следок. Ничего страшного, сейчас поохотимся.
к тебе пошел, блин. Тут хватает, да, следов зайчих. Сейчас по прямой пройду, гляну, что он там гонял. Нашел след, где собака перегонял. Вот по этой. Ну, так только может лиса перепрыгивать. Сейчас посмотрим след. Да, вот лисий след. Лиса. Лису он гнал. Угу. Вот здесь можно было ее и дожидаться, потому что крутила своими кругами. Ладно. Да, собака далеко. Здесь вот еще один круг давал. Лису гонял. Что, подождем тогда? Блин, куда тут встать? Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
теперь точно все. Отличный лис. Мне голову подымает. Сейчас гильзы соберу. Подойду. Подойду. Все, готов. Не-не-не. Держу на мушке. Держу на мушке. Ты должен держать. Нет, Лёх. Услышал я шорох. Не поднимается. Шорох услышал. Собака здесь удогнал. Я думал, либо он сюда пойдет, либо пойдет сюда. Но стал я сюда сторонку, чтобы ветер туда идет. Но, видимо, она меня переслышала. И рванула вот так вот. Что поднимается, ладно. Сейчас идем. Где еще гильзы, я не знаю. Одну нашел. Добыли тут жильца. Три малых круга здесь дал. Потом пошел по полю. Очень огромный. Вот если видно. Вот приближается. 300 метров. 300 метров до меня. Нормально. Пойду, подойду к лисе. Сейчас он придет, рвать его будет. Любитель. Любитель лис. Не провалиться бы, блин. Отлично. Все прекрасно. Дождался я лиса. Добыл. Стрелял через кусты. Кустарник хороший. Вот собака сейчас идет. Вот закрытие охоты. Неплохо. Не... Блин. Отличный лис. Единичка. Дробь. Единичка. Подпортила я шкурку. Поставим собаку, подождем. Накидывает хорошо в жлес, эстонец. Стал взрослее. Голос поменялся. Теперь зверь от него очень далеко уходит. Скорость еще достаточно приличная. Подвизгивает даже. Ждал, ждал ее отсюда. Либо отсюда, либо отсюда. Она опять на свой след стала. Вот идет. Как торпеда. По барабану ему лед хрупкий. Запах. Ну куда ты пошел? Что, запах исчез? Мой услышал? А, молодец. Ну, лису перехватить здесь крайне сложно. Во-первых, все трещит.
Все хрустит, трещит. Вот сделали сегодня. По лесе мы закрылись. Еще б зайчиков добыть. И может быть ни одного. И было вообще прекрасно. Вот, добыли лесу. Собака уже заячий след прихватывает. Походил здесь заяц. Идем дальше. Ищи, ищи, молодец, давай, 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 давай. Вон заяц, сюда пошел. Во, 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 во. Иди сюда, во, 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 иди сюда. Вон, не ходи, где-то здесь будет лежать. Ищи, ищи, давай, 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 молодцом, ищи его, блядь. Ищи, 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 давай, 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 давай. А вот зайчик умный. Вот он, то ли мы его подняли откуда. Вот он, вон, ускакал. Может, когда собака гоняла, подняла его. Ладно, пойдем. Вот след лиса, которого я добыл. Туда наверх поднялся, собака услышал. И погнал в болото. Пойду сейчас по дороге. Встану на след зайца, который с утра нашли. Вот. И посмотрим, что у нас будет получаться с этого. Снега маловато. Сложно тропить. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Стал я на след заячий, который с утра нашли. Блин, очень его сложно рассмотреть. Не знаю, что получится, но попробуем его поторопить. Видно, едва-едва. Потягивается, как черепахи. Вот он. Ну ничего, пойдем. Так. Так. А вот тут заяц может. Ну не факт. Прыгивай давай. Выстрелы. Все, добыли зайца, который с поля уходил. Ага. Отлично. Собака поднял? А? Собака поднял? А я говорил, что тут будет лежать. А этот с поля где-то потерялся, слит. Может, это этот? Бля, стали это соседка с поближе. А ты за нее хотел догнать его, потом лежал? Нет, за уши сложил, даже собакой затихла. Я ее начал, блядь, там, я думаю, тихонечко продойду, стану. Она трогает, блядь. Молодец, молодец. Иди ко мне сюда, молодец. Или иди ко мне, ходи, молодец. Хороший, молодец. Сюда. Молодец, поднял зайца. Ну вот, батя добыл зайца. Пошли, Вилли. Добыл зайца вот такой вот лесополосе. Ельничек небольшой. Вот, собака выгнал его. Он говорит, я там стоял, подождал. Сходу его влупил зайца этого. С
стрелял дважды. Первым попал, второй осечка. Ну, заяц дошел. Вернее, собака его держал. Вот теперь идем дальше. Итого у нас на 10 минут второго. Одна лиса и один заяц. Неплохое закрытие. Мне нравится. Вроде как и волчий, блин, вытянутый след. И линия проводится между подушечками. Достаточно крупный следок. Интересно. Где козочки побежал впереди. Сейчас пройдем в эту травку и домой. Время уже без 15:03. Для второго дня охоты ходового достаточно. Собака отлично поработал сегодня. Мы находились. Все прекрасно. Так, тут на траве никого нет. Ну вот, возвращаемся к машине. Закрытие охоты состоялось. Я добыл лису, батя зайца. Все прекрасно. Идем домой.